Приветствую всех. Ну что, сегодня опять выехал покопать. Вот он первый сигнал. Тридцать четыре. И уже попробовал лопатой. Что-то там есть. Вот что первый откопал. Это прижимная пластина с косы и еще какой-то палец. В общем, пошел смотреть, копать. Может, что найду. Еще нормальный был сигнал. Ну, как всегда, выкопал. И мусор. Крышка металлическая. В общем, хожу. Мусора до хренища. Банки, не банки. Лежит и сбивает с толку. Ну, вообще, по-хорошему, если большой металл, он идет в перегруз, и там уже не ошибешься. Еще один из сигналов. Но опять же лежит железка. Не буду ее копать, потому что она тонкая. Но сигнал был хороший. В общем, заключение на сегодняшние поиски. Прошелся я по над полем туда и обратно. Ну где-то полчаса, может чуть больше. Ну и в итоге вот эти вот две железки нашел и все. А так в основном банки. Крышки на пачке из-под сигарет ругается. Большого ничего не нашел. Буду еще ездить смотреть. Вообще сегодня начал искать металл. Вот в этом месте. Начал ходить. Но не прошло там и пару минут, как прибежал сторож и начал возмущаться. Какого ты здесь лазишь? Здесь какая-то база. Ну, в общем, хоть и разваренная старая ферма, но, я говорю, сторож ругался.